Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 25 января 2023 года, на улице минус 10. Я всегда говорю, какая погода. Просто интересно потом зайти на каналы, которые на видео, которые раньше снимала, и узнать, какая была погода в этот день. Купила я такие балконный дуэт. Хочу еще попробовать другие сорта семян, маленьких, таких вот красивеньких, посадить на рассаду и выращивать в доме для раннего-раннего потребления. Это сорт Пиноккио и золотая вишня. Вот какой из них Пиноккио, какая золотая вишня, я не знаю. Я выращивала Пиноккио, он красный. Но золотая вишня не может быть желтая. Значит, новый сорт Пиноккио появился, желтый, а золотая вишня – это вот, наверное, красный, я думаю, так. Так, семена 22-го года, не знаю, сколько штучек, срок годности большой. Так, что это за томатики? Пиноккио очень слабенькие, вкусненькие, я выращивала, а вот золотую вишню я не выращивала. Это растения компактные, высотой 35, видите, они низенькие, они хороши для выращивания в доме. Небольшие плодики, их очень-очень много. Подходит для выращивания на подоконниках и на балконах. Ну вот, что здесь пишут. Так, при температуре 18-25 у нас в доме очень жарко. Ну что, посмотрим, сколько здесь семян. Потому что я хочу еще потом в конце марта посеять для выращивания в открытом грунте. Откроем пачечку, посмотрим. Так, очень плохо видно, но на два раза мне хватит посеять для открытого грунта и для выращивания в доме. Разложила я вот спичечкой, 9 штучек буду сажать. И вот тут у меня осталось немножко, 4-6 штучек. Ну, хватит, и мне много не надо в открытый грунт. Только вот не знаю, сколько тут Пиноккио, сколько этих будет. И спичечкой туда вот затолкаем. Оп, и все. Земля у меня магазинная, покупная, влажная, обработанная марганцовкой, пролита кипятком. Все, я спрятала, мои дорогие друзья, и это моя последняя посадка томатиков для выращивания в доме на окошечке. Больше я не буду. У меня те взошли, и теперь взойдут эти 9 штучек. У меня будут заняты все окошечки. Но рассаду помидоров я много хочу вырастить. У теплицы самой буду сеять в марте месяце. Не в доме. В доме буду стараться вырасти только для теплицы. Ну что, сейчас поставим целлофановый пакет. И вот где-то здесь поищу место, поставлю на проращивание. Такой сделала парничок. Ну вот и все, мои дорогие друзья, показала вам, как я выращиваю рассаду низкорослых томатиков сорта Пиноккио и золотая вишня для выращивания в доме на урожай. Вот в яичных лотках. Заходите в гости, как всегда, буду вам очень рада. До свидания, до новых встреч. Будем ждать теперь всходы. Пока!